Доброе утро, мои дорогие. Утро сегодня доброе. Сейчас будем делать шар из бетона. Ну, принцип тот же, что у головы. Сначала одну сторону обклеиваем бинтами гипсовыми. Бинты. Ой. Вот такие вот. Обычные 10 сантиметров на 3 метра. Ой, в этот раз попались прям как кружева. Смотрите, какие. Какие красивые. Нарезаем бинты. Вот. Одну сторону, потом вторую. Ой. Вот это вот. Так, ну все, мячик, ты уже свою работу сделал. Вот. И теперь надо их состыковать. Это вот бывает самое. Как-то. Ой-ой-ой, ну куда ты? Ее еще надо. Самое вот это в начале сложное. Вот, мои дорогие. Начала делать в 7 утра. Сейчас уже 4:30 вечера. Никак не получается взять и сделать. Кнуть. Завтра я уже тогда буду мешать бетон. Снаружи. Ну и внутри. Внутри просто потому, что ну хочется, чтобы поровнее было. И то у меня вот тут в одном месте. То ли я в него цветы посажу. Не знаю. Пока не знаю. Грязь развела. Все как положено. Так. Доброе утро, мои дорогие. Ну вот прошла уже неделя. Короче, эксперимент неудачный. Еще вчера поливала, вечером задела шлангом. Все у меня это треснуло. Не хочет оно так держаться, бетон на этих бинтах. Ой. Да, да, черный. Я тоже ругаюсь. Ну, все, вот это вот дело, все. Короче, эксперимент неудачный. Надо заливать нормально. Весь вот живой. Короче, он меня задолбал. Этот шар. Все. А что, бывают и неудачные эксперименты. Ладно. Ой, пока-пока. Будем делать что-то более достойное.